Меня зовут Влад Горячев. Это результат моей двухмесячной работы. Это моя последняя запись. Пусть она станет свидетельством того, что я достиг своей цели. Мне пора. Что это? Чертежи. Когда закончу их, смогу собрать маленький ядерный реактор. Откуда они у тебя? Сам сделал. Если все получится, мы сможем обеспечить электроэнергией целый микрорайон. Мы занимаемся тем, что творим будущее. Вы понимаете это? В моих руках ключ к тому, к чему всю свою историю стремилось человечество. Ключ к прогрессу. У нас впереди бесконечное число попыток. Только одна из них будет успешной. Но поверьте, оно того стоит. У меня к вам только один вопрос. Вы со мной? Какой уровень радиации? 70 раз превышает норму. Продолжаем. Вообще понимаешь, что это становится опасно? От этой штуки вреда будет больше, чем пользы. Не можешь знать наверняка. Попробуй мыслить глобальнее. Закон создан для обычных людей, чтобы их сдерживать. Великим людям можно им пренебречь. Мы и так облучили целый квартал вокруг нас. Ты же не хочешь, чтобы эта жертва стала напрасной?